И таким образом товарооборот выходит на новый уровень. Можете быть свободны. Отлично. Наконец-то эта скучная пора закончилась. Теперь можно пойти и перекусить что-нибудь. О, возьму себе шаурму. А вас, Когут, я попрошу остаться. Блин. Что же в этот раз? Когут, а вы помните, что вы так и не сдали курсовую? А, да-да, я на следующей паре точно сдам. Просто сегодня флешку забыл. Ах, где-то я это уже слышал. А? Когут? Когда вы мне курсовую дадите? А, я на следующей паре, Виктор Степанович, сдам. У меня жесткий просто полетел. Уходим, уходим. Когут, где курсовая? Жесткий еще на восстановлении. На следующей паре точно сдам. Когут, вы почему мне до сих пор не сдали курсовую? Виктор Степанович, вот сегодня хотел, но не мог вас найти. Честное слово, на следующей паре точно сдам. Извините, ну просто так получается, что никак не могу собраться. Когут, вы понимаете, что я рискую своим служебным положением? В конце концов, я рискую своими принципами. В этом месяце я отчислил 2 студентов. И это только за то, что они не ходили на пары. Они свои курсовые не то что сдали, они даже их не успели дописать. А? Идиоты, думали облапошить Виктора Степановича, слабоумные. В общем, мы сделаем так. Завтра вы мне принесете курсовую. Или послезавтра я напишу на вас рапорт деканат на отчисление. И пусть они сами решат, что с вами делать. Оставлять или, как говорится, здравствуй, небо в облаках, здравствуй, Когут в сапогах. Это не смешно. Жесть, вот это я встрял. Если он напишет рапорт деканат, они позвонят моим родакам, а те уже устроят мне кипиш. Зашибись. Мы с отцом корову последнюю продали, чтоб наша кровинушка в институт поступила, а ты... Позоришь нас на все село! Ну, мам! Ну, что ты молчишь? Скажи хоть что-нибудь сыну. А, ну, это самое. Так нельзя себя вести. Неправильно так. Больше так не делай, вот. Да. Ну, пап! Ну, все, что один, что другой. 2 оболтуса. Ну, ничего. Поедешь к дяде Вите на свиноферму. Ему там помощники нужны. Нет, только не дядя Витя. Этого нельзя допустить. Сейчас пойду в общагу, спокойно сяду, подготовлюсь и завтра все сдам. Я смогу! Да, сейчас я разрешение настрою, ага. Неужели, где ты был? Что происходит? Ты что, забыл? Сегодня день красаута, мы же договаривались. Блин, я совсем забыл. Сегодня же среда. Вот именно, так что давай быстрее залетай. Чувак, сорян, но я походу не смогу с вами катать. У меня проблемы с курсачом. Чё, типа это впервые? Потом сдашь, в чем проблема? Не, чувак, у меня это, Зазулин курсач. А, Зазуля, да, шутки плохи. А? Что? Зазуля? Зазуля в общаге? Кто сказал Зазуля? Зазуля в общаге! Что Жукер! Зазуля в общаге! Брязьте бухло! Ладно, чувак, я ж твой лучший друг. Нафиг эту игру. Сейчас сядем вместе и быстренько накатаем твою курсовую. Серьезно? Конечно же нет. Ты что гонишь? Я даже свет к НДР перенес на завтра. А ты знаешь, как долго я ее убеждал. Ты что, хочешь отменить мой день рождения ради какой-то игрушки? Я еще раз повторяю, это не какая-то игрушка, это кроссаут, оригинальный экшн-конструктор, в котором ты сам можешь создать себе боевой крафт. Я могу с нуля собрать себе бронемобиль, выбирать раму, кабину, колеса, а потом улучшать это все с помощью боевых пушек, двигателей и генераторов невидимости и многого другого. И, кстати, там есть выставка лучших крафтов. И в конце концов, это для меня не просто игра, но и практика по специальности. Я как-никак инженер. С каких пор ты инженер? То есть для тебя игра важнее, чем провести романтический вечер с девушкой? Дай-ка подумать. Определенно да. Так что все, давай. Чувак, сори, но советую тебе закупиться берушами, потому что сегодня у меня будет жаркая ночь, в отличие от тебя. Так что удачи. Ну ты и тварь. Вместе, ребят, вместе поехали, прикрывайте меня. Так, нужно просто сосредоточиться и не слушать. Не слушать. На, плюха на 400 залетела. Что? Плюха на 400 залетела? Да с чего он так валит? Нет, все, не отвлекайся. Нужно сделать гребаный курсач. Общество представляет собой... Хорош, вот так, двигайся. Блин, беруши бы мне сейчас как раз пригодились. Точно, у меня же есть наушники. Так, чтобы включить. Может, классику? Я слышал, она как раз успокаивает, настраивает на работу. Так, выбираем. О, вот это подойдет. Нет, я под это уснул, это не то. Надо что-то бодрящее, может даже мотивационное. Так, снова выбираем. Вот это то, что мне надо.
Отлично. Я беру абонемент на год. Завтра же начинаю тренировки. Ага. Да, с инструктором. Все, спасибо. Так, это, конечно, хорошо, но мне нужно сейчас сделать курсач. Нужно просто представить, насколько для меня это важно. Ну что, Коко, доигрался? Ты отчислен. А ведь я предупреждал. Хороший ты парень, Кобот. Я буду по тебе скучать. После армейки, если восстановишься, милости просим обратно. А пока с вещами и на выход. Я отдала тебе лучше 2 недели своей жизни. Не собираюсь ждать тебя 1,5 года из-за армии. Вообще, мне не нужен парень без высшего образования. Алло, Шотик, я свободна. Ага, спасибо. То, что нужно. Все, нафиг это. Я сделаю эту гребаную курсовую. Любой производственный процесс реализуется на предприятии, которое является элементарной единицей национальной экономики. Чувак, чувак, прикинь, я только что 2 соло ушатал, а? Да ладно! Так, стоп! Ты это спецом! Я только сосредоточился. А, ну сорян, когда я буду писать курсовую, можешь мне тоже мешать. Мы с тобой 3 года знакомы. Ты думаешь, я не знаю, что за тебя все курсовые твоя девушка пишет? В точку. И это одна из причин, почему я с ней встречаюсь. Ну ты кончен. Спасибо. Поехали, пацаны, дальше. Предприятие – это самостоятельный хозяйственный объект. Чувак, может, ты все-таки покатаешь с парнями? Посмотри, как они рубятся. А ты как отшельник сидишь. Что? Нет, нет, мне не нужны проблемы Зазули. Да как-нибудь отмажешься. Придумай что-нибудь. Ну, как обычно. Ну, не знаю. Ты только представь. Сейчас с парнями, красавец, ты мог бы сконструировать себе новую тачку. С огромными орудиями. К примеру, боевой робот. С плазмометами. Или гоночную тачку. Со взрывными копьями. И красиво разваливать других игроков. Или уничтожать огромных боссов. И участвовать в рейдах. Продолжать дальше прокачиваться. И собирать ресурсы для создания новых бомбезных эксклюзивных деталей. Чувак, подумай об этом. Нет, нет, и еще раз нет. Пока не сделаю курсовую, я с места не встану. Ладно, 1 катка. Максимум 2. И сразу же сажусь делать курсач. Вот это вот по-нашему. Давай заходи быстрее. Погнали. Блин, чё-то я заигрался. Ладно, завтра встану пораньше и допишу. Ну что, еще по одной? Ладно, это точно последнее. Больше не уговаривай. Придется еще раньше вставать. Чё, будильник? Ого, уже 7 утра! Чувак, вставай! А, чё, уже утро? Да, и уже пора в универ. Я в заднице. А, ну придумай какую-нибудь четкую отмазку, ты же всегда выкручивался, чувак. Точняк, я же всегда четко отмазывался. Я же в этом профи. Ща я изи придумаю максимально топовую отмазку. Виктор Степанович, простите, пожалуйста, я вас очень прошу, только не пишите рапорт. Просто у нас с ребятами вчера был вечер кроссаута. Я думал, что поиграю всего 5 минуточек, но не смог остановиться. Я честно старался. Ну, Когут, хотя бы сказали правду. А знаете, я вас понимаю, Когут. Помню, как мы с парнями целую ночь в компьютерных залах. Эх, Диабло, Казаки, Реталер. Крутые времена были. А еще я любил играть в Циву, ну, цивилизация. Построишь город, возведешь здание, наладишь экономику. И потом на это все ядерную ракету. Это я забыл, о чем я? Что вы не напишете на меня рапорт. Нет, не напишу. Но если вы завтра мне не принесете курсовую, то моя ностальгия вас не спасет. Спасибо, я по-любому сегодня все сделаю. Вы лучший, вы просто реально самый крутой преподаватель в универе. Если что, лесть вас тоже не спасет. Понял. Тогда до завтра. Еще раз спасибо. Фух, пронесло. Все-таки придумывать отмазки это мое. Что, сообщение? Чувак, ехал так, что мы решили с парнем... Да ну нафиг! Ребят, ребят, подождите, не выключайте! В этом ролике есть пасхалка! Ладно, шучу, нет. Но если вы что-то найдете, пишите обязательно в комментариях. И победитель получит абсолютно ничего. И помните, как говорил наш учитель Чимиге, порой даже ничего может стоить что-то. А теперь неудачные кадры. А, Когут, послушайте, вот эта игра, о которой вы говорили, где ее скачать? А, ну, я не для себя, я для своего этого... сына, ну, в общем, соседа. А, ну можно скачать по ссылочке в описании. Она абсолютно бесплатная, а также по этой ссылочке можно получить кучу крутых бонусов. Ага, спасибо. И это, завтра чтоб принесли курсач. Неудачные кадры. Что ты молчишь? Скажи что-нибудь сыну. А, ну, это самое... Ты... Я забыл сказать.
Я рискую своими... Так, дайте мне время. Прядьте бухло! Сейчас типы реально... Вино... Деда. Деда. Парни, сейчас я разрешение настрою, ага. Еще раз давай сразу же. Еще раз. Вот у меня здесь тупняк, понял? Потому что я не понимаю эту фразу. Что происходит? Ты что, не понимаешь? Куда? В прошлом месяце. В прошлом месяце. Давай, раз. Ну я собрать бронемобиль. Что для тебя игра важнее, чем провести вечер романтически с девушкой? Да, хорошо, только продолжай. Многого другого, потому что я...